Дорогие жители бухты приключений, щенки и котята, я вас поздравляю, наконец-то мой заказ пришел. Я заказала роботизированных щенков, и сейчас команда щенячьих патрулей покажет, как они действуют на практике. Да, мэр Гудвей, щенки одели специальные костюмы, которые помогут синхронизировать движение щенков и роботов. Я что, опоздал? Я успел, ой, прости, Маршал. Я хочу подарить вам букет, мэр Гудвей. Я собрался исправляться, да, вот. О, мэр Хамдингер, это на вас очень не похоже. С чего это вы вдруг дарите букет? Ну, все похоже, я дарю букет в честь своего исправления, в знак своего, вот того, что я хочу исправиться, да. Мэр Хамдингер, ну вы просто душка. Я возьмите. Очень люблю цветы, да, вот. Сейчас понюхаю. Они так прекрасно пахнут. Ну хорошо, не будем задерживаться, приступаем. Котята, вы готовы? Мяу-мяу-мяу, нам так интересно, нам очень интересно. Мы будем следить просто внимательно. Эго-то крепыш, подержи букет. Ой, какой тяжелый. Так, ну что, щенки, вы готовы? Да, мы готовы. Крепыш готов. Скай готова. Маршал готов. Гонщик готов. Зума готов. А робот, как вы видите, у меня трекер. Рокки готов. Да, Зума, я временно перепрограммировал твой костюм на управление роботом-трекером, потому что трекер очень занят в джунглях и не смог приехать. Кстати, у меня вот здесь вот на руке поселился паучок. Очень забавно. Райдер, а что нам делать? А вы, котята, будете наблюдать, как наши роботы будут собирать вам площадку. Мяу-мяу, мы будем как зрители в зрительном зале. Мой щенок Скай подлетает и опускает коробку. Отлично, возвращаю на место. Дальше мой щенок Рокки будет раскрывать коробку с помощью щипцов. Ух ты, сколько здесь инструкций. Это явно по мне. Я быстренько с этим справлюсь. Ой, я сейчас распакую эти пакеты. И давайте, щенки, все вместе высыпать пакеты. Отлично. Ну что, щенки, давайте будем делать площадку для котят. Давайте, а я, кстати, буду отвечать за пожарную безопасность. Ну, а я буду отвечать за порядок и оцеплю территорию. А я сейчас буду собирать все свечки, вот. Ну и я, конечно же, пригожусь. Смотрите, какие у меня есть штуки классные. Мегафон. Все срочно отойдите, все срочно отойдите, цепляю территорию. А я уже собираю мороженое. Я, конечно же, быстро сообразила, что к чему. Мы, девочки, в этом деле мастера. А я очень хочу вкусно покушать и соберу вот такой вот красивый торт. Я тоже хочу, и я тебе помогу. Хорошо. Ну вот, мы и закончили постройку площадки. Да, это настоящая сладкая площадка. Мэр Гудвей, принимайте работу. Ой, я хочу скорее поесть этот виноград. А я хочу очень скорее поесть. Подождите, это моя очередь говорить. Значит, щенячьи патрули, вы справились, как всегда, замечательно. Все просто превосходно. А вы, котята, там аккуратней. А то бегайте по нашим большим щенкам-роботам. Смотрите, не упадите и не удачитесь. Мэр Гудвей, не беспокойтесь, мы следим очень пристально за котятами. А я вижу, тут вон уже мэр Хамдингер идет, он, видимо, тоже хочет что-то сказать. О, что это вы тут делаете? Какие тут последние новости? Что это такое? Цветы на торте и чеснок? И никакой это не чеснок, это просто крем-безе. Человек-чеснок? Кто вызывал человека-чеснока? Человек-чеснок, 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 человек-чеснок.
Человек-чеснок, сегодня ваша помощь не нужна, потому что у нас очень веселое времяпровождение. Знаю я, чем заканчивается ваше времяпровождение, приятные и неприятные. Если есть крем-безе, значит время завестись паразитом. Вы смотрите аккуратнее, особенно котята, потому что я приеду и всех буду травить, и тогда уж вам не поздоровится. О, да, мы знакомы с этим. Ну, я тогда поехал. Счастливо! О, да, в прошлый раз у котят пришлось выводить паразитов, и это было очень-очень неприятно. Мяу-мяу-мяу, да-да, это мы помним, потому мы решили справиться лучше и есть немножко сладкого и веселиться, чем чесноком лечиться. Слушай, такая грозища! Вот он, Зума, уже плывет! Зума плывет! Глаз, смотри, не тонет в луже. Да, не тонет. У нас тут получаются кадры, как в Амазонке. Мы подбираемся к Зуме. О, я нашел затонувший корабль Зумы. Что с ним делать? Я сейчас помогу. Давай. О, Зума упал. Зума упал, срочно ищем Зуму. Бери, Вова, бери. Вот, зайди вам в корабль. Тут настоящая Амазонка. Надо срочно произвести поиски. Надо произвести поиски. Да, надо произвести поиски. Протралить все катером, может, мы кого-то найдем. Я кого-то вижу. О, это Лего Нинджаго. Лего Нинджаго, это Джей из Лего Нинджаго. О, привет, Зума, я Джей. Привет. Тут случился такой ливень, да. Конкретный. Хорошо, что ты здесь оказался и меня спас. Ой, мы упали. Зума, хорошо, что ты здесь оказался и спас меня. Тут конкретный ливень, тут настоящая Амазонка. Ты посмотри, какая глубина лужи. Ого, наш катер перегружен. Нам срочно нужно произвести поиски. Я знаю, тут затонул не только я, еще затонул военный вертолет. Да, я его вижу. Ныряем под воду, ищем под водой. Давай, Зума, подымай его. Вот он этот военный вертолет. Он потонул. Давай еще поищем какие-то затонувшие элементы. Хорошо. О, какой гром сильнейший. Гроза не прекращается. Но мы продолжаем искать. Я вижу утонувшего. О, вертолет видит утонувшую машину. Я спускаюсь под воду и сделаю подводную съемку. Это затонувшая машина. Я ее вижу. Я сажусь с нее. Вертолет, помоги поднять. Да, мы подняли эту машину. Вот она, мы ее подняли. Зума, из-за того, что был очень большой ливень, вода сильно-сильно помутнела. Очень мутная вода. Но поиски еще не закончены. Нас еще ждет сюрприз. Скорее уже его найти. Я не сомневаюсь, конечно же найдем. Он где-то здесь. Давай, Буба, распаковывай это яйцо. Панда Кунг-фу. Панда Кунг-фу. Панда Кунг-фу. Спасибо, что вы и меня спасли. Да, что там попалось? О, мастер Шифу. Нам уже когда-то попадался мастер Шифу. Да, мастер Шифу. Мастер Шифу – это великий и мудрый мастер. Он будет нас обучать и помогать дальше нам выйти из этого затруднительного положения, в которое мы попали. Да. И он говорит о том, что скоро гроза закончится, и выйдет солнце, и будет все хорошо. Ну все, пошли скорее домой. Да, пойдем домой, а то тут очень сильная гроза. Пошли скорее. Зума, поехали с нами. Все, всем пока. Пока.